Понятно, многие братья в молодости курить начали. Дурная привычка. Я искренне от всей души прошу Аллаха облегчить всем братьям и сестрам, кто курит. Пусть Аллах поможет бросить. Отвратительная привычка на самом деле. А еще и денег стоит. Это понятно. И вот ты куришь. Это грех. Некоторые ученые сказали, что это маленький грех. Ты куришь, это маленький грех. Но куришь ли ты вне дома? Прилюдно. Не скрывая этого. Не испытывая при этом никакого стыда. Если ты куришь на людях, а не только у себя дома, то это уже больше, чем просто курить сигарету. То, что ты куришь при людях, это уже отдельная статья, так сказать. Тем самым, это усугубляет твое положение перед Аллахом. Потому что на каждом из нас ответственность за то, какой пример мы подаем обществу, в котором живем.